В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки. С целью раскрытия данного преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, криминалисты Краевого следственного управления, а также сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. На место происшествия выехало руководство Краевого следственного управления. Вечером 16 августа 2018 года малолетняя жительница села Князеволконская 1 решила покататься на роликах. Ребенок вышел из дома и пропал. Через некоторое время обнаружено тело девочки со следами насильственной смерти.